Три часа спустя. Ночное небо вспыхнуло и осветило весь Арк-Сити. Жители смотрели на это с удивлением. Они никогда не узнают, что только что избежали когтей смерти. Не заметят они и спасителя города, безжизненно парящего в облаках. Никто не заметит, кроме одного, кроме одной. Киана. Мы мчалась по горизонту города, надеясь поймать Киану и смягчить ее падение. Вражеские мехи приближались со всех сторон. Мэй не могла позволить себе замедлиться. Я здесь, Киана. Ты пойдешь домой с нами? Мэй продолжала размахивать клинком. Это было единственное, что она могла сделать. Она, наконец, прорвалась через последнюю защиту. Она была так близка со своей подругой, с Кианой. До того, как мы подошла поближе, с неба упала яркая голубая комета. Свет померк и показал белокурую валькирию, которая стояла у нее на пути.
Ты... Ты Валькирия, которую называют Дюрандал? Привет, Райден Мэй. Обладательница божественного ключа цветка бездны и первоклассная валькирия S-ранга из Шиксал. Мэй, бывшая валькирия, знала о страшных и великих подвигах Дюрандал. Мэй столкнулась с легендой Шиксала, но не отступила от боя. Мне приказано вернуть Киану Касуану. Мэй глубоко вздохнула и крепко сжала свое оружие. Ты не возьмешь ее. ここまでです。あなたに勝ち目はありません、ライデン・メイさん。 Все кончено, Райден Мэй. У тебя не было шансов против меня. Наша битва, она еще не кончена. Я не позволю тебе забрать Киану. Мне нравится этот сильный взгляд в твоих глазах. Но твоя сила не соответствует твоей воле. Дюрандал прыгнула в небо вместе с Кианой, оставив за собой яркий форсажный след. Светящийся след вскоре исчез. Мэй поняла, что осталась одна на пустой улице. Мэй бросилась в погоню и побежала так быстро, как только могла, пытаясь выйти за пределы своих возможностей. Но как бы она ни старалась, она всегда все дальше и дальше отставала от следа света. Она исчерпала все свои силы и была вынуждена остановиться. Она неудержимо тряслась и выплакивала эмоциональные излияния сожаления, гнева и вины. Легкость, с которой Дюрандал оттолкнула ее и заговорила о битве, пронизали ее сердце словно нож. Акт воспоминаний о той драке усугубил ситуацию. Ее лучшую подругу схватили, забрали с ужасающей легкостью. Но Мэй не могла этого забыть. Она не могла перестать думать о Киане.
Радостное время в Сан-Фрее, казалось, прошло только вчера. А потом Киана внезапно превратилась в королеву пустоты, Ханкай, на лице которой была мрачная улыбка. Мэй долго и упорно боролась за это воспоминание, только чтобы увидеть, как Дюрандал налетает и забирает ее. Все изменилось, кроме нее самой. Она оставалась робкой девочкой, прячущейся в своем углу. Она понимала, что ее шансы на возвращение становились все меньше и меньше. Гелиополис. Наука о жизни. Арк-Сити. Рита стояла среди обломков. Она только что узнала, что Дюрандаль ответила на ее просьбу о помощи. Одна только эта мысль успокаивала ее. Адъютант Росвайс, вы в порядке? Я в порядке, Альбитор. Вы видели тот взрыв в небе? Апостол пустоты забрала бомбу? Зачем ей это делать? Чтобы защитить город и ее жителей, его жителей. Я думала, она апостол. У нас есть другие дела, которыми нужно заняться. Я нашла лекарство в Гелиополисе. Их план провалился. Я должна схватить крысу за хвост, прежде чем она убежит обратно в свой туннель. Полагаю, я все еще слишком поздно. Рита прикусила губу, увидев насквозь уничтоженную базу данных. Альбитор, мне нужно, чтобы ты пришла для спасения данных. Бип. Рита, как дела у тебя? Большая часть информационного оборудования Гелиополиса была уничтожена. Мы пытаемся это исправить. Спасибо за помощь, мастер Дюрандал. Хорошо. Похоже, вы его...
Похоже, вы сами справились со всем. Я нашел апостола. Смотритель приказал мне немедленно вернуться, чтобы я не встретилась с вами. Понятно. Рита старалась сохранять спокойствие, но отказалась скрывать свою неудачу. Мастер Дюрандал, я несу полную ответственность за провал этой миссии. Я буду судить об этом, как только прочитаю отчет о разборе полетов. Я буду судить об этом, как только прочитаю отчет о выполнении миссии. Я приму любое наказание. Раньше ты казалась более оптимистичной, Рита. Не вини себя. Я рада, что ты в порядке. Спасибо вам, мастер Дюрандал. Долгая темная ночь в Арк-Сити наконец закончилась с приходом рассвета. Но змей оставался скрытым. Он приготовился к следующему шагу.